юности кажется жизнь бесконечной будет всегда. Можно мгновения тратить беспечно одни года. Но незаметно полжизни проходит, не возвратить. И невозможно ушедшие годы снова прожить. Нельзя за рассветом закат, за годами года. Нужно суметь выбрать дорогу и тех, кого любим, сердцем согреть. Нужно спешить, нужно жизни навстречу сердце открыть. Жизнь так прекрасна и так быстротечна, нужно спешить.